Меня зовут Аджибеков Арсен Анзорович. Я родился в Ставропольском крае, в Андроповском районе, село Водораздел, где проучился в начальных классах и переехали ближе к Кисловодску, поселок Подкумок. Школу закончил серебряной медалью и по совету родителей поступил в медицинский университет в Ставрополь. Я хотел вообще стать всегда военным. Ну, ближе уже к окончанию учебы, как-то жизнь так сложилась, что в военную сферу мы перестали рассматривать, и родители настояли, и пошел в медицину. Сейчас я ни капельки об этом не жалею, наоборот, благодарен им. В медицинском университете старостой моей группы была моя супруга, с которой мы первое время особо и не ладили, ну, к концу учебы, наоборот, притерлись и даже не захотели расставаться по разным городам, решили связать свою жизнь вместе и поступили в Волгоград. Уехали, жизнь там была намного сложнее, чем в Ставрополе, не было никаких знакомых, но, наоборот, трудности, думаю, сплочают семейную жизнь. И так мы преодолели нелегкие эти времена, которые сейчас вспоминаются с улыбкой. После окончания ординатуры как раз был разгар COVID-19. У нас режим работы был такой, что сутки я работаю, следующие сутки я с дочкой, и когда я с дочкой, супруга работает. И в таком темпе мы прожили около, ну да, 6 месяцев. Вот. И эти времена, наверное, сейчас вспоминаются и являются для меня лично самыми тяжелыми. Вот с таким режимом, с таким графиком. Ну, дальше уже все было полегче. Мы дальше поехали в Москву, побыли там тоже полгодика, и у нас как появился, ну, на горизонте появился второй ребенок, после чего мы решили вернуться в наши края за помощью к родителям. Ну, здесь я работал в Горячеводском госпитале в ковидном, ну, и супруга по мере возможности тоже там подрабатывала, когда успевала. Вот сейчас уже эти времена тяжелые закончились. Сейчас у нас просто анестезиология и реаниматология, где мне лично нравится именно анестезиология, наркозы, когда пациенты и экстренные, и плановые после операции подходят и благодарят за то, что они, за то, что мы им помогли без стрессов, без паники преодолеть операцию. Думаю дальше развиваться и не останавливаться на этой специальности. В ближайшем будущем планирую освоить КТ, рентгенологию и развиваться в этом направлении тоже, потому что мне это тоже интересно.